Этот бокал новогоднего Байкала я поднял за вас в честь Нового года. А теперь к делу. Пам-пам-пам. Неудобно брать гитару, на самом деле, сидя в таком положении, ребят. Обойдемся дешевым вариантом. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School. И, как видите, у нас Новый год. Сегодня давайте подводить итоги уходящего года. Плюс ко всему, у нас есть для вас специальный подарок. Прежде чем мы начнем, просим вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, рассказать о нем друзьям. И обязательно поставить колокольчик и пройти по всем ссылкам в описании, особенно на Donation Alert. А мы, собственно говоря, начинаем. Что касаемо этого года. 2022, конечно, не подарок. Вообще ни в каком отношении и ни в каком виде. Но, тем не менее, это не значит, что не было ничего хорошего. Как вы видите, для нашего канала, для нашей школы произошло очень много позитивных довольно-таки вещей и негативных вещей. Но мы будем разговаривать про позитивное. А именно, во-первых, поднялся YouTube-канал, поднялось качество YouTube-канала. И самое главное, у нас опять же прибавились студенты. И это очень круто, кстати. Ну и поэтому на следующий год у нас только позитивные прогнозы, несмотря ни на что. Ладно, а теперь к делу. Что же у нас за подарок такой? Подарок у нас довольно-таки необычный. Никто еще таким не промышлял. Ну, в таком виде, в каком мы хотим, конечно же. Есть у нас способность к пению. Есть у нас много текстов. Но у нас нет группы. Опять же, вот эта вот проблема. Некому играть наши песни. Некому сочинить за нас музыку. Вы могли бы, конечно же, залезть на стоки. Вы могли бы, конечно же, скачать какой-то метал-трек бесплатно. И использовать его. И наложить на него свой текст. Но мы предлагаем решение проще. Можно сделать хорошо уже у себя дома. Мы запускаем серию роликов про запись специального бесплатного трека для каждого вокалиста. И самое главное, этот трек может использовать каждый из вас. Это специально для вас подарок. В чем будет состоять, собственно говоря, задумка? Вот такой вот я. Возьму все свое железо, которое вы видите вот здесь. И буду записывать трек. Чисто инструментал, ничего такого. И потом вот этот вот мужчина, его будет сводить. Его, кстати, зовут Святослав, он работает у нас в школе тоже. И самое главное то, что он также принимает заказы на сведение по очень вкусным, между прочим, ценам. Если вы заинтересованы, ссылка на него также в описании. Мы будем снимать, как мы делаем этот трек, и обязательно выложим его в общий доступ на файлообменник. Каждый вокалист может этот трек скачать, именно инструментал, и записать свой текст под эту музыку. За отдельную плату Святослав, кстати, это все может свести вместе с вашим вокалом. Ну, или обращайтесь к своим специалистам, почему нет. Мы предлагаем каждому из вас прислать то, что у вас получится, к нам в предложку в группу ВКонтакте. Самое лучшее мы обязательно выложим. Вы, дорогие мои любители вокала потяжелее, должны будете помочь нам с определением, в каком же жанре его писать. Может быть, их даже будет несколько. Мы на своей странице ВКонтакте проведем голосование. Спешите, переходите по ссылке и голосуйте, какой жанр вам бы хотелось слышать вот в этом нашем совместном треке. А на этом у нас все. Желаем вам хорошего, счастливого, нового 2023 года. И также желаем вам подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео, пройти по всем ссылкам в описании и не забыть записаться на занятия. Всего вам доброго и с наступающим, пацаны и пацанессы!